Спасибо, капитан Эвери. Прямо как раньше, а? Елена. Елена. Эй! Эй! Елена! Елена! Мой герой. Ты прикалываешься. Что? Это не смешно. А что ты мне сам-то устраивал? Черт, до меня чуть инфаркт не хватил. Дай послушать. Просто музыка. Ты в курсе, что мы теперь квиты за все, что я вообще сделал? Да, за все. Нет, даже близко нет. Ты весь в грязище. Знаешь, у тебя странное представление о романтике. Да, да, где-то я это уже слышала. Прекрасно. Поговорили. Это наверняка Сэм. Пошли. Ну, если стреляют, значит, он живой. Пока. Это что, Галеон? Да, с виду похож. Охренеть. Это кладбище кораблей. Здесь можно спуститься. Да, как и все на этом острове. Мы уже близко. Это Сэм. Он окружен. Да. Пошли. Надо его спасать. Надо его спасать. Эй! Вот здесь! Я его обойду!
точно. Чем они больше, тем труднее их завалить. Черт!
Эй, здесь можно пролезть. Куда делся Сэм? Куда побежал? Ну, вот и ответ. Его прижать. Эй, смотри! Брат, как же я рад тебя видеть. Да. Как насчет убраться отсюда? Я за. Зажигалку нашел? Вали, гад! Мы здесь как на ладони! Нужно снять гранатомет! Можно укрыться! Красиво. Да чтоб тебя.
Сейчас! Убейте
того наемника был РПГ. Да где же? Звучало лучше. Молодец, парень! Ты меня выручил! Давай сюда, я тебя вытащу. Спасибо. Рад тебя видеть. Ты как всегда вовремя. Ну, я как-то заволновался, решил встретить. Нам надо найти Сэма и Елену. Эй! Ты как, нормально? Нормально. Мы слышали взрывы, думали... Это все он. Что, опять спас его? Естественно. Как дела? Хорошо. Было пара сложных моментов, но... Он меня прикрыл. Эй. Привет. Это что? А, пуля царапнула. Ясно. А ты? Скала царапнула. Как ушел от Рейфа? Он завел своих прямо в ловушку Эвери. Умно. Послушай. По поводу истории с Алькасом. Давай мы это позже обсудим. Куда нам? К морю. На тот конец города. Ладно. Надеюсь, только весь этот шум не привлек внимания. Да. Эй. Извините. А мы куда? Как это куда? Валим отсюда нахрен. Да, это неплохая идея. Но можно срезать вон там, пойти коротким путем. Путем к чему? К сокровищу. Обалдеть. Пока Рейф доберется в обход, нахрен уже... Рейфа. Так, Виктор, ты уж извини, но ты может... Ты не умеешь вовремя остановиться. У нас же с вами одна цель, да? Да? Мы здесь не из-за сокровища. Мы хотели спасти тебя. И я благодарен. Нет, правда? Все круто. У нас с вами пока есть фора. Мы сможем. Нейт, слушай. А? Ну, посмотри. Ну, Эвери уничтожил все корабли на острове. А зачем?
Потому что хотел сберечь свое сокровище. Именно. Чего бы это ни стоило ему и другим. Потому что не хотел, чтобы его догнали. Он хотел удрать. Смотрите. Вот. Это его карта острова. Видишь? Его корабль здесь, прямо за той горой. Там наше сокровище. И как раз туда сейчас направляется Рейв, пока мы тут с вами спорим, как идиоты. А если Эвери все-таки удрал и потонул где-то в океане вместе с сокровищем? Тогда мы найдем, где он потонул. О, боже. Сколько мы с тобой за этим гоняемся, а? Ты и я. А эти двое, они не понимают. Они понимают. Еще как. Ясно. Они насмотрелись на такую одержимость. И сам. Мы уже не пацаны. Уже нет. Можно ничего не доказывать. Где самолет? Вон там. Далеко? Не очень. Прямо за город. Наемники ждут нас у самолета. Не ждут. Почему ты так уверен? Потому что они идут к горе. К сокровищу. Сюда. Вот, пожалуйста. Высоковато. Как ты попал сюда? А, спрыгнул с парочки стен. Но, похоже, нам нужно искать другой путь. Это что за хрень? Это с горы. Ловушки Эвери. Значит, наемники там подорвались. Нет, значит, они на верном пути. Эй, хватит. Давайте не отвлекаться. Я спрыгнул оттуда. Но назад не забраться. Высоко. Да уж, надо найти что-то, чтобы подставить. Сэм, помоги. Хорошо. Спасибо, справимся. Кто-нибудь видит выход? Народ, сюда! Уже близко. Скорее бы домой, в свою кроватку. Но добираться далеко. О, вы посмотрите. Это похоже на фуникулер. Думаешь, работает? Панели управления не видно, но я могу достать платформу веревкой. Может добраться до деревянной платформы внизу? А.
Есть идея. Нейт, помоги мне. Хорошо. Так, Виктор, можно тебя на секунду? Ага. Давай, Найт. Вот, мы будем держать, ты перепрыгнешь. Вы же меня... Я все! Вот и мы! Ладно, мы готовы. Не слабый инженер. Это еще ничего. Ты бы видел их лица. Держись! Все целы! Парк аттракционов. Залезай, Нейт! Нейт, залезай, я помогу! Сэм! Сукин ты, сын! Сэм, давай! А? Сейчас. Прыгай, я поймаю. Давай! Нет. Нет, даже не думай. Ты понял меня? Прости, что втянул тебя. Всех вас. Так, это все уже не важно. Просто прыгай! Я должен это закончить. Сэм, эй, если ты это сделаешь, я за тобой не пойду. Слышишь? Прости. Сэм! Сэм! Тупой, упрямый. Чует блеф. Он там точно погибнет. Пошли. Ну что, она права. Ну, конечно. Пошли. Сюда. Может, догоним. Я его спасу, и он у меня получит. Ладно, давайте все-таки спасем сначала. Чем он вообще думал? То есть после всего, что с нами... Ему мало? Пошли искать. По этой штуке можно перелезть. Ну-ка. Есть. Так. Есть. Видите? Ну-ка. Не получится. Нейт, давай. Нет, сейчас. Давай. Черт. Давай. Ну и как нам туда забраться? У нас мало времени. Нейт. Нейт, стой. Одному нельзя. Я мигом туда и обратно. Но без драки он не сдастся. Ну, значит, подеремся, раз так. Но я его притащу как угодно. Подведите самолет как можно ближе к горе и готовьтесь быстро рвать когти. А бывает иначе? Так нечестно. А? Ты помнишь? Посуда по очереди. Вот, только попробуй не вернуться. Люблю тебя. И я тебя, ковбой.